Ну что думаешь? Поехали! Мы в Калининграде. А теперь весь мой контент есть в ВК-видео. Если ты хочешь первым смотреть все мои влоги и видео, то переходи и подписывайся на ВК-видео сообщества Катя Клон. Все ссылочки в описании в закрепленном комментарии. Ты что вздыхаешь, красотка? Тяжело. Мы все в этот раз налегке. Ну, как налегке, с рюкзаками. Ага, я не налегке. Когда не привык носить что-либо. Это путешествие мы запомним надолго. Это день рождения мы запомним надолго. Мы приземлились. Итак, мы в Калининграде. Первая заметка. Здесь очень мало людей. Но на самом деле, мне кажется, у нас это всегда самое первое, когда мы приезжаем в какой-то город, ну, кроме Москвы. Мы приезжаем такие, где люди? Да, согласен. О, какой красивый завтрак. Папа уговаривает актрису попробовать карамель. Давай, дегустируй. Все очень вкусно. Ты попробовал бобы. Пробуй! Если что, я напоминаю, что это мой влог. Это моего снимаю я. Завтрак проведен успешно. У некоторых не очень успешно, потому что Кире не понравился завтрак. Здесь нету блинов без всего и сырников, как у мамы. Да, Кир? Это папа. А папе? Папа, отличный завтрак, советую. Идем смотреть музей янтаря. Привет! Красота какая, да? 1, 2, 3, 4. Вот это же символ. Кира, есть монетка у тебя? Надо денег, чтобы положить. Это же символ Калининграда. Нету. Нету, что нет мелочь. Здесь? Ну, нет. Откуда? Чешем. Давай денежку нам принеси. Я как кошечка. О, идем. Денежку. Здесь даже снимать можно денежки. Очень красивый немецкий стиль. Собирай. Хоть подзаработаем. Очень красивая башня. Я так понимаю, второй этаж, что вот сюда, что ли? Да. Уплывают и привидения в ритуале сожжения. Обреченных ждет поражение. Хой! Идем на остров Канта. Что ты знаешь о Канте? Что есть у него остров. А вот и собственно сам Канта. Нет. А нет, не Канта. Это камень. Один говорит, что здесь Кант живет, хотя он здесь похоронен. А другой, это же камень. Он живет? Живет, это тот-то живой. А, ну, вот тогда Канта нет дома. А еще он на месте. Ведите экскурсию. Значит, здесь дворец, кафедральный собор, там мост, там мороженое, там... Ну, там вот можно посетить. Сегодня купил всем по мороженому. Всем, что здесь есть. Мороженое на наш счет. Да, я. Там селфи с Кантом можно сделать. А ты говоришь, не живет. И еще что-то про шутки, да? Вот они, сами напрашиваются на шутки. Так, шутка. А это у Канта тоже была теплица? На курсе. Подожди, ты разбираешься, что это? Это пивной велосипед. А, это я видел такое. А нет, пьют. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Я дарю с головой. Чё, пойдёмте? Куда? Домой. Надо в поле убитый. Мама, хватит воспитывать, да не дружу я с бандитом. Теперь 15. Я старше, мне же 16. Неважно. Теперь на раз, два, три кричим. Это блогеры. Если вы очень любите музеи, то сюда не ходите. Это музей-бункер. Посмотрим информацию. Или нет? Получается, что влог у нас про историю Калининграда. Вау, какой дурак. У нас сзади армия собралась. Они вот там вот, и они не подходят, они просто идут, и их периодически все больше и больше становится. Крем. Маршрут перестроен. Мы идем есть. Да не есть, мы идем. Есть. Как-то есть. Идем есть и никогда не ест. Да, Кира у нас вообще еду хочет тут. Мы приходим в ресторан, а она такая, нет, я здесь ничего не буду есть.
Все-таки класс. Техникум вот здесь. А оборонительная казарма вот дальше. Пошли смотреть. То есть они ни одного здания не оставили просто так, типа в историческое. Не должно пустовать. Ну, что, так? Я хочу, чтобы тут были заброшки. Ну, я бы тоже не отказалась. Потому что, когда ты видишь красивое здание историческое в камне и пластиковые окна, это смотрится странно. А вот это мне нравится. А, мальчишка, ты гроза района, но твоя френдзона не сойдет тебе никак-никак. Мальчишка, ты гроза района, но я твоя гроза вот так вот так. В тот день мы еще много гуляли, находили где-то 30 тысяч шагов, но так и не остались довольны городом в полном объеме. Мы ожидали, наверное, чего-то другого, но это наши проблемы. На следующий день мы решили поехать в Зеленоградск на Балтийское море, и как ожидалось, это было интересно. Всем привет, мы сегодня в Зеленоградске, здесь красивое море и курорт, в отличие от Калининграда. Как ты относишься к таким? Как думаешь, прыгнуть? Да. Тебя вселился демон. Подожди, голубь. А это мы типа мама, папа, я, спортивная семья. В спортзале поприятней. Конечно же, Кира захотела искупаться. Мы еле оттуда ее вытащили, мы хотели посмотреть набережную, хотели посмотреть достопримечательности, но практически весь день провели на пляже. Погода была, не сказать бы, чтоб шикарная, было ветрено, вода тоже была не горячая, на улице было где-то 22 градуса. Но это не остановило Киру, ну и меня в 6 лет бы тоже не остановило. Заходи. Сделано в Калининграде, между прочим. Я же говорила, хочу музей марципанов. Мне надоели музеи, не хочу. Сидюш! Здесь приятно пахнет. Посмотри, это авоськи. Моя слабость. Обмениваются книжками. Ты взял книжку, какую-нибудь свою принес, тот человек почитал вот эту, а ты почитал его, а потом обратно поменяли. Как будто кусок мыла, смотри. Всегда с собой. Для чистюль. Для истинных чистюль. Давай возьмем вот такие. Никогда не ешь желтый снег. Актуалочка для Питера. Ты что все взяла? Мои глаз. Чего тут? Ты еще сердечко такие палочки. Сделаешь мне значок с кофеечком? Это покупать кофе каждый раз слишком дорого. А я хочу всегда его. Красотища. Тут у нас что? Ты мой цветочек. Тут кофе. Ой, как мило. А ты что, недовольна? Нет, я не чувствую. Так ты сама выбрала себе конфетки. Ну ты ешь их. Причем они ей не понравятся. Кажется, конфетки будет есть мать. Не, мне тоже не нравится. А как вам, расскажи, носочки какие купили? Одни вдох-выдох, кардио. Угу. Не забывай дышать. И никогда не ешь желтый снег. Никогда. Ну, это скоро актуалочка подъедет. А можно положить пакет? Да сейчас, сама ешь свой хлеб. Пойдем в магазин янтарной косметики. Зачем? Что ты как янтарь была у меня. Такая же желтенькая. Желтая. Ну как? Пошли назад. Не хочешь, чтобы я была как янтарь? Ну, на самом деле, я не понимаю приколов покупать типа янтарная косметика. И вообще, в принципе, покупать косметику в подобных заведениях, это странно. Подобных заведениях. Ну, как бы косметика, ее по уходу в косметику подбирают прям с умом, в профессиональных местах. Декоративной там нету. Светофор для кожи! На, попробовать. Угорь балтийский. А смотри, что я нашла. Угадался? Да нет, я просто зашел, что здесь интересного посмотреть. Ага, и смотришь на шпрот уже 10 минут. Просто я очень люблю шпрот. А еще смотри, колбаску там можно попробовать. А, что-то на хамон похоже. Особенно на эту похоже. Я сегодня такую колбаску видел, из тузика вылезла. Сегодня какой-то шопинг-тур. Идем в ларец.
Кто пойдет творец, тот огромный молодец. Кстати, выглядит красиво на фото и видео. В общем, весь день мы провели на море. Пока мы завтракали, смотрим, очень сильно валит дым, гум, что это такое, а там горит свой дом. Выглядит очень страшно, видны люди. Ой. Причем это где-то не очень далеко от нас. Сегодня для влога мы принципиально ничего не снимаем, потому что у нас сегодня последний день, и мы улетаем. Мы сдали квартиру и приехали на море. Но купается у нас опять одна Кира, потому что мне нельзя купаться, а Денис не любит холодное море. Как же круто дома! На этом все.